Осмотритесь вокруг, видите этих многочисленных гигантов? Это маготы, холмы с плоскими вершинами и отвесными склонами. Правда, у аборигенов для них было совсем другое название – спины слонов. Ну а что, и вправду похоже. Знаете, сколько этим спинам лет? Плюс-минус 160 миллионов. Сегодня еще будет много всего удивительного. Доброе утро, долина Виньялес! Я все еще на Кубе. Долина Виньялес – одно из самых красивых мест кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Хотя в список всемирного наследия ЮНЕСКО долину включили за ландшафт культурный. В Виньялес до сих пор возделывают землю традиционными методами, сохранена классическая фермерская архитектура, но природа... Извините, но не могу перестать любоваться именно ею. Говорят, почти все горы долины Виньялес пронизаны системой пещер с подземными реками. Ну что, заглянем в эти лабиринты. Это пещера Куэва дель Индио, или пещера индейцев. Название говорит само за себя. Когда-то здесь жили аборигены. Ну, не знаю, насколько им здесь было уютно, но красиво точно. Возможно, именно этих древних людей и хотел изобразить местный художник Леви Хильда Гонсалес. Хотя, судя по динозаврам, речь здесь идет о временах, конечно, куда более ранних. Называется это все доисторическая фреска, и на ней отражены все археологические находки, сделанные на территории долины. Быть ближе к природе, познать ее, человек стремился всегда –